помойки две спереди. Ай! Да, блядь! Блин, да, блядь! Да куда, ну как он пришёл? Вот это подлянка. Да, Рома, это... Членосос у нас. Это ты членосос? Я главарь осос. Главарь осос. Глава отсос. Я руковожу отсосами. Я перелетел, серьезно. Я возьму чекпоинт. Да стой! Я перелетел чекпоинт, боже! Зачем вы оба желтых взяли? Вот я вас путаю. Мы не догов... мы разные желтые. Я здесь, пацаны. Ой-ой-ой, бывает. Дима, обидно, да? Димуля. Учись, смотрю, профессионала, GTA. Ё-моё, не долетел. А куда надо вылететь? Ну чуть-чуть не долетел, что за бред? Да что за хуйня? Это... Платформа красная. Твою мать. Вы чё? Ты инвалид. Ты, слышишь, ты первый начал. Бля. Ой-ой-ой, желтенький, приветик. Страшно. Да ты. Ты инвалид. Да. Я хотел это сказать, а потом хотел сказать другое слово. Ну ты обидишься. Ну вот когда ты... Вот будешь коловить меня. Гармошку... Да долбоёб ты, блядь! Да там же всё видно, в смысле. Всё, забей. Что? Куда ты полез? Отцепись! Что ты меня выкинул просто? Пацаны. Нихер выёживаться. Да ты меня просто как будто бы этим читом потащил. Да, я понял. Это тебе фора. Подожди, я крышу уберу и ветерок, чтобы подумать. Да, я жду. Я тоже, кстати, уберу крышу. Если я тучи слоханусь, я... НЕТ! Мне на платформу красную надо или куда? А где Рома вообще? Куда ушерпенил? Смотри, я сейчас должен... Да блин, я даже на такой простой херни упал. Нет, не вижу. А где вы? Я торчу. Где ты? А вон, вижу. Ты хочешь его забрать? Типа, зайди. Да, я упал вниз. Все, Рома. Я на нижней... Куда ты рыбкой прыгаешь, дура? Твою мать, я сейчас... Дура? Ты же за мужика бегаешь, нет? Твою мать. Кто бы говорил? Это в смысле, я видел же мужика у тебя. Блядь! Только не это, блядь! А как вот эти звуки твои? Да. Арабский. Да. Подтолкнешь меня вот здесь? Твою мать. Я только хотел первое лицо включить, чтобы потихонечку проехать. А чё она такая маленькая? Ты только этот не возьми. Да я на парашюте лечу, ща. Где ты его взял? Ты чё, охуел? Я даже не успел его открыть. О, разные цвета. Какой это у тебя? У меня эпсилон. Голубой. Голубой. Рома, да? Да, Рома. Шутки никогда не устареют. Осос как-никак. Да твою мать. Да твою мать. Голубой, получается, это Рома, да? Ну как обычно. Осуждаю. В смысле? Наоборот, одобряю это, одобрять надо. Я осуждаю. Я одобряю, когда мальчик с девочкой. Девочка с мальчиком. Осуждаю. Или это уже не модно? Мейсон набросил шкурку парни. Да Мейсон, уйди! Да твою мать, ты мне помешал. Всё, я всё выпил. Молодец. Ох, это трындец. Так, чё делать надо? Проходи скилл-тест. Замурчательно. Это что за... Я прошёл, я самый классный. Я ж паузу прошёл. Тут чекпоинтов вообще не существует, блядь, или нет? А что, очень далеко? Да хера проехал, их нет, блядь. Да я не про эту, я про вторую вон там, которая уже к трубе ведёт. Ой, блядь. Добрый вечер. Да какого хрена, я на два колеса встаю. А как проехать её надо? Вот почему вы не стоите? Не укакайся там, аккуратно. Ну я держался как мог. Все-таки укакался, да? А сколько чекпоинтов в общем? 14 чекпоинтов. 7? А, 14. 7! 14. Ты 7 услышал. Откуда Коди берет эти числа? О, и даже заставился. Осуждаю. Дима. Че? Твою мать! Я прослушал, все. Ого. Чё, алё? Я своё имя услышал. Мастер спрашивает, чёрный кто? Я говорю, что я осуждаю. Я чёрный. Ты теперь всё время будешь осуждать чёрный? Ну мало ли, не знаю, вдруг.
Мысь, куда ты едешь вообще? Я просто стараюсь. Дорога идет направо, он едет влево, в отбойне. Ну, а ты уже здесь, да? Зачем на стрелочку, если можно в теории? Ну попробуй, там просто дальше такие же стрелочки. Пацаны, вот, пожалуйста. В теории... Что? Ты читер! Ну почти. Я даже перелетел. Все, ну, дальше долетел. По-любому нужно будет на стрелочку. Я думал, что тут не долететь. Я пытаюсь. Нет! Блин, мы сейчас здесь толпиться будем, не? О, я бы в бассейн был. Да. Давайте тогда по очереди. Кто первый будет? Давайте я стою хорошо. Давай. И хай давай. Блядь, ну вы уедете. Ну я пытаюсь. Коди, давай, Коди, белый. Я крышу иду. Мне? Да. Кстати, крышу, да. Нахрен крышу. Нет, не, хуйня. Да, у меня вообще своя тактика была. Раскручивание. Не убирается, блин. Все. Блять, я прилетел. А, так это... Во, я взял чекпоинт, просто прилетев. Ха-ха. Взял, да? Чего, да, я даже на стрелочку не приземлился. А как ты сделал еще раз? Это считается чекпоинтом, это трансформация. Просто разогнался, да, куда? Не знаю вообще, кому нравится такое проходить. Каким-то извращенцем, осуждаю. Осуждаю. А как вы это прошли, нахрен? Да. Твою мать. Свой. Здорово. Он вообще видос будет делать, интересно? Да. Блять, ну нет! Ну... Осуждаю. Да в смысле? Ладно, я почти до самого конца нашел, уже заебал, ладно. И там просто в конце подстава. Я говорю, я уже сам себя задолбал. Я не слышу, Дима орет громче, чем тут все. Я говорю, уже сам себя задолбал. Это что, это в Марио? Вот знаете, вот. Ааа, куда? Осуждаю. Осуждаю. Здоровчик, Ромчик. Здоровчик, Димчик. Здесь у вас есть такой гул? Парни, у вас есть гул такой в GTA-шке сейчас, типа, вот этот вот? Да. Типа, куда, ну? Я думал, сейчас бы столкнулся. Ну, я вижу, тут я еще прохожу. Ну, ты, скажу, ты же залез наверх, что не получилось-то? Я упал. Можно мне упасть? Или надо спрашивать разрешение? Я запрещаю вам падать. Не падайте духа. И не сдавайтесь. И вы заберетесь на голову. Я не хочу. Давай-ка подвинься. Куда ты едешь? Уступи дорогу. В очередь. Уступи дорогу. Уступи до. Что там Коди говорит, тихо? Или меня послышал? Да я просто, блядь. О. Слишком мощно. Не обосрись там. Капец, пацаны. Так. Блядь, я вот с той стороны просто разогнался. Блядь, надо, я стал как хуй. Ром, тебе помочь-то? Упасть. Да блин, а что делать-то? Блять, я на бустер, я, у меня бустер, прости. Я бустер, прости. Вы вместе там? Я не смогу так разгон набрать, Коди, надо либо тебе уйти. Блин, а мне куда идти? Да я не знаю, что я сюда пришел. Уйди. В смысле? Сейчас давай туда вперед уеду, ты разгонишься и пройдешь. Сейчас давай. Из-за того, что я ржусь, я не смотрю. О, спасибо. Да я еду. Чё ты вообще перелетел? Я не могу пройти это начать. А дальше куда? Дальше куда? Я не помню. Блять, я упал. Спасибо, Коди! Бля, прости. Ты мне больше не друг. Нет. Что, как я чу-чу. И хай не понимаю, что делать. Блять, нет. Нет же. Я вроде мне помощь нужна. Невидимая стена. А почему? А где чекпоинт? А как вы здесь появляетесь? На F. А у... Ты пропустил чекпоинт какой-то? У меня метка снизу почему-то. Да ты пропустил какой-то чекпоинт, значит. Ты не взял, как его нахуй пропустил? Там был этаж с меткой. Надо было съехать и взять. Я не долетаю, это как? Все, Коди, походу, уже отошел. Нет, за таблетками. Я еду за этой ебучей меткой. Я не вижу эту метку, блядь! Нет! Все, в пизду, я отошел. Может, и мне так в скилл-тестах все время? О! Ты попал? Да. Охренеть, я видел, это красиво было. Куда? Что?
контейнер попасть? Что за дырочка азиатская? Тут на дыре надо маленькую попасть. Это название элемента такое. Да, это термин такой, скилтестных майзен. Почему не долетает, твою мать? Я сейчас пойду дрочить. Осуждаю. Есть, я залетел. Я рад за тебя. А я рад за тебя. О, гидра! Прикольно. Давай, ловлю, ловлю! Что? За хуйня? Я вообще в теории могу тебя перебросить, но не буду. Я хочу побить. Блин. Писюн. Мейсон? А где Мейсон-то там? Сам он еще первый чекпоинт не взял. Я-то думал. Мейсон. Вот стой, стой, стой здесь, стой здесь, стой здесь, стой здесь. Что тебе надо? Давай. Капец, ты тяжелый. Ну так отъел. Держись, назад отъедь, назад. Да не двигайся. Нет. Дядя, лети. Нормально, дядя. Не получилось. Ладно, подожди. Расстояние на отношения. Я не привык. Расстояние на отношения. Блядь, нам. Золотые слова. Расстояние на отношения, да. Ты там проходишь скилл-тест дальше? Ты уже не самолет? Я уже финиш. Почти. Бля, мог бы мне помочь. А у меня сейчас самолет опять будет. 37 FPS, ах. Сейчас помогу тебе, если у меня гидра опять. Peace Wasser. Блять! Ну идея хорошая. Я вообще тебя не видел. Ну ты почувствовал хотя бы? Почувствовал, нехило так. А, теперь дополнение. Дополнение с военным, да, проход? Так, блядь! Да меня, значит, что? Ай-яй-яй-яй-яй! Куда? Тихо-тихо-тихо, там чекпоинт, не надо. В кабину, на нахуй! Спасибо. Чепалаха дали. Да! Да-да-да-да-да-да-да, блядь! Нет, тебя сильно вниз дёрнуло от удара. Я явно залез. Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. Блять, нет, притормози! Давайте потом. Блять, кто там? Я ребенок. Что происходит? Как я встал вообще? Что? Что происходит? Ты где? Зареспавнись. Зареспавнился. А я уже. Я вот так стоял. А ведь я мог бы сейчас с Ромой. Что, если бы ты чекпоинт не пропустил, не телетонул. Да я ебал эту хуйню! Я лечу как лох. Нихуя! Я, кстати, мог бы его взять. Да. Если бы ты меня в нужную сторону подкинул. Это сложно. Корректив. Нихера себе. О, да-да-да-да-да-да! Ебать, давай, блядь! Нимай! Еще раз! Еще раз подкинь, блядь, я очень высоко! Где? Где ты? Еще раз подкинь меня, блядь, быстро! Где ты? Где ты? Сука! Ты не собрал чекпоинт? Нет. Это было очень близко. Да. Но я не видел. А я сам почти прошел, потом ты мне еще больше шансов увеличил. Давай, 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 давай. Сука, я не взял. Я сейчас пройду первый этап. Ребята. Да ну нах. Я не верю. Я чуть тебя сейчас не врезался. Опа. Да ну. Да ну, да летай. Как пройти? Как пройти? Ты уже дымишься, Дима. Да что ты говоришь? Да. Да, взял! Да! Молодец. Надеюсь, сейчас не будет ничего. Ром, я за тебя так это рад, честно. Я так оружие. Искренне рад. То самое. Такую банку. Дима! Ты специально? Ну и да. Ну я не расслаблю, так получится. Я ловлю его здесь тогда. Бля, вижу, как он прыгает. Он прыгает. Осуждаю такое, успокойся. Ловлю. Давай, Дима. Давайте, 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 давайте. Сейчас меня оттолкнет. Грозы... Фу, господи, у меня игра на секунду. Нет! Крашного? Иди на. Игра вылетела? Он вниз пошел, как терминатор. Вышел, у тебя игра вылетела, реально? Да.
Почему я лежу, блядь? А ты не лежи. О, Майсон со своей сумкой бежит. А, его... Да, блядь! Да что происходит? О, нифига, здесь карта крутая. Коди столько теряет. Потом опять придет, понаблюдает. Только не финишируй, Дима, если будешь первый. Да, пожалуйста. Я боюсь, что я вылечу просто. Ну ладно, не буду. Это ты озвучил зомби в Resident Evil? Наверное. Вот эта карта, кстати, мне нравится. Не знаю, как... Блять! Это твою мать. Звук прикольный такой. Машин. И хай вот так. А ты воду упал. Да. Куда запомнил это? Алло, что ты не зашел? Я не кушал. Я там задал вопрос. Че ты ушел тогда? Я ушел. Я сказал, типа, я сейчас отойду, можете без меня начинать. Да потому что вы резко зашли, я не успел просто ничего сказать. Да мы там отчитывали секунды. Мы скилл-тест проходим. Прикольный, очень классный, супер. Да. Хочешь пройти с нами? Я уже не вижу. Да, как зрителю нормально будет. Я забыл, как было. Я тоже забыл. Чего? О, пешком. А, куда? А! Меня молотит. Вижу. Дима, ты услышал? Да. Ни хрена ты. Ну куда ты тут с парашютом? А с чего об стенку? Я же сказал, в смысле? А, я прослушал. Бля, что? Что? Ты видел, Коди? Нормально. Или ты за мной уже не смотришь? Я слежу. А ты видел, как я летел? Да, я видел. Это вообще жесть. А если с парашюта прям прыгнуть? У тебя же парашют на спине. Ты думаешь, я успею его там открыть? Ну, мало ли. Боже. Ну, хотя бы пару чекпоинтс можешь сделать. Можно. Четвером можно. А, это у тебя на самом деле? Оу, труба классная. И гранаты. О! Роме понравится. Да. Что именно не понравится? Понравится. Ну, я так и сказал. Я думал, что именно не понравится. Я тоже, кстати, послышал, что мне не понравится. В трубу, любимую. Давай. О, блин, тут прикольно. Да что ты говоришь? Мы про это мы тебе говорили. А, я осуждаю, блядь. А что за мячик? Осуждаю такие трубы. Так я не матерился, в смысле. Что ты орешь, как свинья? Осуждаю. Не расстраивайся. Не расстраивайся.